Кого-то уже убили здесь. Ну что ты бодаешься, на кого-то лезешь? Здрасте, меня зовут Мазл. Добро пожаловать в так сидём и... Давай узнаем, что это за ужас. Ой, какие зверушки милые здесь. Ты посмотри на это. Нежный каминчик. Волк, лисичка и олень. А чё так мрачно, э? Опа, на фонарик есть. Подожди. Это моя кровать? Я чё, живу здесь? Какое у тебя знатное шматьё, нихера себе. Мы типа дворецкий здесь, а? А чё ещё здесь есть? Кирпичи, кирпичи! И всё! Дверочка, я могу просто пойти? Конечно, нет, заперто. Ладно, что здесь? Никого нет, подожди. Туалетики, бывает. Ладненько, спокойненько, пора просто выйти отсюда. Ведь так? Но что мы делаем здесь, а? Взаимодействие. Я это умею. О, мать, я пойду. Нахер отсюда? Да на унитаз, не лезь ногами, ты чё, больной? Какая-то жижа плавает там, а? Ай, боже. Чё за мужик? Нас тупо заперли здесь? Спокойненько. Как же мрачно, а? Какой-то замок? Хер поймёшь. Нормальный диванчик, а? О, кого-то уже убили здесь. Лисичка, это ты? А там кто? Подожди. Мистер Лось, мое почтение. Можно просто пойти, а? Пожалуйста. Какой-то мужик запер нас, а? Лисичка, тебе помочь? Давай сюда, подожди. Какой-то роскошный, а? Спокойненько. Чё, здесь? Никого? Шестерня валяется. А чё не взять? Что происходит здесь, а? Домик таксидермиста, твою мать. А чё пусто везде, а? Чё мы ищем? Подожди. Вороньё! Какая-то плесень, что это? Или шерсть? Тарелочки. Тихо-тихо-тихо. Волчара, спокойно. Ну ты пугаешь, конечно. Там что-то есть? А это запирается опять просто. Ладненько, хорошо. Дайте покушать, а? Чё-то я проголодался прямо. А куда лесенка? Подожди. Там ключ есть. И тупо лесенка все. А если разгончик? Опа-на! В смысле, это что было, э? Мы потонули? Ну-ка опять. Прам-па-пам-па-пам. Зверушка уже здесь. Чё-то как-то пустенько везде. Мужичок. Я успею. Направо он убегает, да? Ладненько, хорошо. Мистер Лосяш. Вот так слезаем аккуратненько, подожди. Чё у вас похавать здесь? Ничего нет? Ну вы злые люди, а? И куда упали мы, подожди? Темнота просто здесь. Ой, воронье человека съело. Ты сам воронье, господи. Да его еще накололи. Ну-ка, ключик. Чё написано было? Чего ключ? Энергоключ? Или показалось? От кого ключик, мистер Лось? Ты мне подскажешь, э? Какой ты злой, а? Прям вот так выйти и все? Конечно, нет. Начальное место получается, правильно? Унитазики здесь. Отопри. Заперто? А от чего ключ, подожди? От унитазиков? От чего ключ? От лося? От твоей задницы, э? Куда бежать? Чё-то я не понимаю, э. А шкафчик здесь? Нихера нет, да? Какой ужасный дом, а даже похавать нечего. От чего ключ? От лисички? Ну, мужик, выпусти меня, пожалуйста, а? Я больше не буду воровать. Или что я делал здесь, я не знаю. Почему я живу здесь? Да еще прям в коридоре, посмотри. У этого пацана прошлого лучшие условия были, э? Вы что борзеете здесь? Чем я обидел вас, а? А, она ближе поднимается, господи, твою мать. Спокойно, все. Ой, лось! Лось! Лось живой, сука! Тихо. Ты чё упал? Ты чё борзеешь, э? Лосяш, ты чё, поклоняешься кому-то? Там кто-то справа есть? Да ну нахер, ты чё? Ну чё ты бодаешься, на кого-то лезешь? Лось, я вымя, я тебе покажу. Спокойно, лиса. Лиса, колбаса. Чё-то здесь? Опять не здесь, а куда это вставлять? А чё делать? Куда ползти? Туда не залезть. Ой, матушки, куда ж попал я? Ну я все уже обошел. Вы чё? Ладно, сюда пойду, подожди. Вот это оно, что ли? Вот он, ключик, подожди, врубился свет. Энергоключ, реально. Теперь еще и свет гудит, а? Это отсюда получается? Не отсюда. А где врубается свет? Лося, сука, нет. Э, лосяш. Братишка, ты где? Ты пошел соль поесть? Он здесь? Никого нет? Допустим, врубили мы свет. И что? Чё-то я нихера не понимаю, э. Ну тупо же некуда бежать здесь. Откройте! Может, нельзя было вместе брать и крутить шестеренку, а? Чем-то можно это врубить. Но куда это вставить? Тут нихера нет. Где-то что-то можно покрутить. Вопрос только где? Конечно, в плите. Где лось? Лампа не лампа. Заперта, как всегда. Я просто все уже обошел кучу раз. Где-то в этом месте оно. Волчара? Ну это жопушка, отвечаю, а? Вот здесь какая-то балка. Как эти железки активировать? Давай-ка заново, подожди. Упали, поплавали, хорошо. Зверушки мои. Три-ти-ри-ти-ти. Ну, звериная банда. Допустим, делаем вот так. Мужик уходит правильно, спокойненько. Опа-на. Дай сюда. Лосяш, не борзей. Допустим, врубаем, смотри. Пыть-пыть. Светик есть, все. Лосяш.
А он вообще сразу исчезает? Походу вот здесь. Или не здесь. Но похоже на это место. Дай-ка сюда, подожди. Резче, 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 резче. Вот она, кнопочка. Мы что-то открыли. Подожди, кого мы открыли? Это не эти штуки. А что это? Лосяш? Тихо. О, дверка эта открылась. Тут никого нет, подожди. Пустенько. Как все просто, оказывается, было. Пройдемте, пройдемте. Здрасте. А вот и место для этой штуки. Никого сзади? Отпирай, мужик. Я знаю, ты гадишь там. Ну-ка, чпыньк-чпыньк. Допустим. Чё за вода полилась, а? Он чё, реально в туалете? Он смыл? А покрутить? Вам помочь? Ты чё, падла, стучишь? Я не знаю, что вы хотите, а? Мы это, получается, врубили? Подожди. Просто идем сюда. Ведь так? Опять нет? А чё, покрутили мы тогда, а? Там никого нет, здесь никого нет. Да вашу мать звериную, а? Спокойно. Сюда можно войти? Заперто. А что делать? Погадить? И сюда не пойти тоже. Мы что-то упустили опять. Так все просто вроде бы, но хер найдешь что. Куда пропал лось? Я прям переживаю за него. Как же подняться? Тормози, ступеньки здесь появились. Да вашу матушку, а? А почему вода была здесь? Тихо, не падай, братишка, подожди. Ни хера не видно, а? Чуть-чуть пониже, подожди. Тоже пусто, а? Просто падать? Я же просто помру. Вы что, опять серьезно все бегать? Подожди. О, кнопочка здесь. Ну-ка, нажимай. Там открывается, да? Все, просто вылезти, поехали. Просто нежненько вылезти. Давай, 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 лезь. Никого нет? Ты лежишь? Отдыхай, отдыхай. Наконец-то, матушки, а? Тихо, нежненько, прыгай. Не хочу я подыхать. Вот и поднялись, хорош. Ой, лось! Лось! Ты живой? Да походу нет, просто манекен. Спокойно. Лосяш. Ты же мой друг, братишка. Чё-то не хочу я идти совсем. Ладно, хорошо. Я пойду! Твою мать! Подожди. Ты чё, сука, делаешь, а? Как это было громко. Лосяш. Не борзей, пожалуйста, брат. Тебя обнять? Поцеловать? А, мой хороший. Дай пройти, Прям вот так лез на тебя? О, боже мой. Ну ты борзуя в имя. Давай, полезли. Никого здесь? Какой срачельник, господи, кого-то разделали здесь. Башка вранья опять валяется. Чё за больной мужик живет здесь? Тут никого нет? Тихо, спокойненько. Какая-то игрушка? Зайчик. Или это песик? Ой, я даже не знаю. Еще один? Вы что, появляетесь? Никого сзади. Спокойненько. Какой странный поворот здесь. Тихо. Тупик? В смысле тупик? Там никого. От спасения ключ. Это что было? Кто мычит? Подожди. Что за звуки, Лосяш? Что это? Господи, твою мать. А вот и воронье. Охереть, нас повесили, походу, все. Веселенькое начало, да? Блин, напряжная демо, а? Это что было сверху, радуга? Прямо из нашей пасти? Давно я в ужастики не играл. Посмотрим, какая полная будет. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся!